Привет всем! Мы сегодня будем с вами готовить в очередной раз посудим це тефтели с картошкой. Мы взяли емкость 4 литра, включаем плиту на 6, в холодную емкость без масла, кладем лук и морковку. Немножечко обжариваем. Наша емкость уже нагрелась, вот тут уже шкварчит. Мы обжариваем морковочку лучок, немножко помешали. Наливаем воды, пока примерно стакан. Немножко посолим, поперчим, как бы так соус сделаем. Перчик. И складываем тефтели. Тефтели мы сделали из фарша, лук и рис. Рис мы не отваривали. Аккуратненько складываем. Так, мы поклали все наши тефтели. Теперь выливаем томат. Добавляем еще немножко воды, чтобы тефтели были в воде. И сверху кладем картошку. Чуть-чуть посолить можно картошечку, поперчить. Чуть-чуть перца. Ну, все специи, приправы, это по вашему вкусу, по вашему желанию. Можно добавить майонез, сметану или сливки. Берем нашу турбокрышечку. Закрываем. Переключаем печку на букву А. На аудиотерме выставляем 3 минутки. Программа турбо сейчас будет 3 минуты. Два раза прокручиваем. Теперь наши тефтели вместе с картошкой будут готовиться на автомате. Программа «Турбо» 3 минуты. Мы сейчас с вами слышим звуковой сигнал. Выключаем плиту на 0. Убираем в перевернутую крышку. Даю минут 15-20 постоять. И через 15-20 минут будет готово. Будем. Время прошло. Крышечка открылась легко. Снимаем. Все готово. Картошка готова. Тефтели готовы. Вот такие тефтели получились вкусные, ароматные. Картошка и соус. Все сразу, все вместе, за одно и то же время под одной турбокрышкой.